Здравствуйте. Мы приехали на праздник. Ну, в Грузии самое праздничное – это вино. Мы приехали на фестиваль вина, который проводится в Грузии уже 3-й год. И проводится он в уникальном месте. Уникальный музей под открытым небом, самый большой музей на Кавказе. И, пожалуй, самый интересный, поскольку я видел много музеев под открытым небом, но этот огромный 50 гектаров музей уникальны тем, что здесь практически вся Грузия. Люди, которые не могут позволить себе приехать в разные места Грузии, посмотреть Аджарию, Кахетию, Рачу, Свайнути, он может приехать сюда, в этот музей, для того, чтобы увидеть всю Грузию, потому что здесь собрано огромное количество экспонатов. Самое главное – архитектура, хозяйственные постройки, дома, всякие приспособления, сельскохозяйственные орудия. В общем, все, чем жили и живут грузины за последнее время. И нашим сопровождающим, нашим гидом будет профессор Нодар Шушеташвили. Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете? Скажите, Нодар, музей придумали еще в 30-х годах, а открыли его в 66-м, точнее, была реализована эта идея. Открыли только через 10 лет, в 76-м он был как бы официальное открытие этого музея. Сколько здесь экспонатов? Экспонатов свыше 8 тысяч экспонатов. Что касается самих вот этих сооружений, как жилищные помещения, хозяйственные помещения и так далее, 70. Ну вот и, конечно, одна из важных частей всех жилых построек – это то, ради чего здесь проводится фестиваль. Это Марань. Марань. Вот. Подметим, что в восточной и южной Грузии, так как климат такой более жесткий, деревянные дома отсутствуют, каменные, прочные дома. Что касается Марани, Марани исключительно, опять же, из климатических условий, в Западной Грузии Марани, так какой существует, под открытым небом, представляете? А в Восточной Грузии это такое серьезное помещение, каменное помещение, сакральное помещение, там даже иногда вот, когда вот Новый год, сперва поздравляют Марани и святое место, потом свою семью. Это мы находимся в Мигреле сейчас. Все дома здесь исключительно автентические, с 19 века, начала 20 века разобраны и сюда построены. Это каштан? Этот каштан и дом перенесен село Онтопо Абашского района, самый Грел, западный. Ну да, знаете, когда я первый раз попал в каштановый дом, правда, это было в Верхней Гурии, я до сих пор помню его запах. Запах. Хотя этому дому уже больше 150 лет. Заглянем. Этот дом, например, Надарейшвили. Был такой фамилия, Бунтопо, очень такое серьезное, знатное, не знатное, среднее такое, Азнауров, которые вот достигли многие из этих поколений. Это все сохранилось из того дома? Большинство утвари из того дома. Вот, например, вот лампа интересная. Эту лампу нам подарили буквально несколько месяцев тому назад. Мы были в семье этого дома, Фонтопо, нынешнее поколение. Представляете? И они так обрадовались. То есть потомки хозяина потомки этого дома? Потомки хозяина этого дома. И они сказали, чтобы обогатить наш дом, мы вот дарим вот такую прекрасную вещь. Представляете? Что должно быть в таком доме обязательно? Бухари. Бухари обязательно. Или камин. Камин. Появляется бухари, камин не раньше 18 века в Грузии. Выход во внутренний двор. Отсюда. Это... Да. Исключительно как бы семейное дело. Я гости вам скажу, заходят сюда, и туда. И в старом типе тоже жилища, и в новом жилище два входа и выхода. Это такой фасад. Этот такой черный двор называется, где уже хлев, там хозяйственные постройки и разные. А там главное занимали гостей. Обычно хозяйственный двор очень большой.
В Западной Грузии, усадьба тем и отличается от Восточной, что все эти хозяйственные постройки в задней части дома, чтобы гость встретил только вот такой прекрасный такой вид, трава зеленая, несколько деревьев больших, тенистых, и там маленький стол и стакан вина вместо воды. Да, за праздник. За праздник, за праздник. Видишь, какое вино предпочитаешь? Если очень такое возвышенное настроение, тогда красное я предпочитаю. Если просто вот такое среднее, тогда белое. Но после белого всегда приходит возвышенное настроение, и потом человек переходит на красный. А если не громко сказать здесь, потому что здесь столько много мастеров из разных регионов, какое вино белое? Откуда? Из какого региона? А, все-таки из Кахетии. Да, из Кахетии. Из Кахетии. Все-таки, вот что очень хорошее в этом фестивале, вот вокруг, вот вы, если пройдетесь, из всех регионов Грузии представлены вина, кроме Тбилиси. Хорошо. Тбилиси пьет вино, но не производит, к сожалению. Ну, в принципе, у нас вот сейчас вот такая идея, я думаю, все-таки хорошо оно выйдет. Когда вот человек, турист или человек приезжает в Грузию, в принципе, если не доезжают до Кахетия, вы не можете найти нигде виноград, и, ну, вино везде можно найти, но виноград. То есть мы вот считаем, что где-то на трассе аэропорта, вот где это будет возможно, сделать виноградник. И человек, приезжавший в Грузию, первое, что он посмотрит, это не архитектура, это не этот, посмотрит виноградник. Это те виноградники, которые должны появиться вокруг аэропорта. И кроме этого, что для того, чтобы вот, внимание человека перешло, визитера или туриста перешло как раз на вино, на все границы Грузии и в аэропортах, и на всех остальных частях границы, когда человек перейдет границу, вместе с печатью получает бутылочку вина. Маленькую вот туристическую бутылку вина. Чтобы так, заманивать. Да, чтобы заманивать, чтобы он чувствовал, что он приехал в страну, где культивируется вино. Гиги, для каждого грузина вино это что-то божественное, да? Все-таки. Каждый грузин способен рассказать о вине какие-то очень теплые, приятные, сердечные слова. Что для вас вино? Не просто же напиток. Конечно, это не просто напиток. Ну, в принципе, я все-таки думаю, что это все-таки зависит от настроения человека. Вино развязывает язык человека, вино как бы дает тебе соприкосновение с иноземным. В этом отношении оно отличается от всех остальных напитков и от коньяка, от виски, от всех тех, но поскольку оно как бы полубожественное, оно все-таки и опасно. То есть нужно сказал нет. Но оно опасное в этом отношении, что нужно знать, как пить, сколько пить, когда пить, с кем пить. Вот все эти критерии как раз и какие слова говорить. Да, все это как раз для когда говоришь о винах, а с другими напитками, в принципе, в этом отношении без всяких вот этих пред этих. Я забыл представить, к сожалению, это мэр Тбилиси Гиги Угулава. Вы каждый год, уже третий год подряд, открываете этот фестиваль. Да. Потому что он в Тбилиси? В первую очередь, да, потому что он в Тбилиси. С другой стороны, вот я третий год, на всех этих трех фестивалях я был мэром. После меня кто будет мэром, тот откроет. Я думаю, что одна из работ
мэра и муниципалитета как раз является то, что как бы открыть ворота города и приветствовать все вот такие хорошие начинания. Поэтому я всегда вот с радостью принимаю приглашение организатора, вот всегда вот прихожу и стараюсь уйти так, чтобы не потерять лицо, потому что начинаешь дегустацию вот с первого окошка и заканчиваешь вот последним. Нужно знать меру. Да, опять индийская мудрость нам помогает, чтобы знать всегда в меру. Хорошо, мы сейчас посмотрим, как вы это делаете, как вы открываете фестиваль. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, и мы выпьем за праздник, за фестиваль. Открытие фестиваля начинается с открытия квебри. Это глиняный кувшин, в котором хранится вино. И так начинается фестиваль каждый год. Ну все, фестиваль начался. С праздником. Вот так люди переходят из павильона в павильон для того, чтобы пробовать вина. Ну, я не знаю, что будет к вечеру. Будет большое количество людей, и перепробовавших все вино. Но просто пить вино нехорошо. Поэтому здесь есть места, где можно еще и покушать. А покушать, конечно же, на цваде, то есть шашлык. Это самое важное, что должно быть рядом на столе, рядом с вином. Горячим цваде шашлык из свинины. На прутьях это самый настоящий шашлык, который можно себе представить, который невероятно вкусный, сочный, на ребрышках и с хорошим вином. Это истинное удовольствие, которое могут себе позволить грузины и те, кто приезжает в Грузию. Так что приступим к следующему этапу фестиваля. Три года назад, когда был организован первый фестиваль, ну, понятно, что этот фестиваль был организован не потому, что в Грузии популярно вино, а потому, что нужно было все-таки находить новый рынок для грузинского вина, и нужно было популяризировать вино. И на первом фестивале, который был здесь же, в этом же музее под открытым небом, этот фестиваль был спонтанно организован, и не было каких-то, может быть, очень интересных вещей, но в этом году здесь уже много интересного. Здесь интересно представлен рынок, во-первых, вина, очень много производителей, не только те, кто производит вино для продажи и разливает бутылки, но очень много вина, которые делают в домашних условиях и не продают, но здесь можно это попробовать. Но в этом году еще и есть несколько интересных таких деталей этого фестиваля. Например, как этот гончар, который показывает, как делается грузинская керамика.
Малхас, вы написали великолепную книгу, такой путеводитель по вину Грузии. Сколько сейчас сортов вина производят на территории Грузии? Сотни, довольно много. Главный принцип вот этого фестиваля как раз в этом многообразии, в этом многоцветии. И это всегда чувствуется здесь. В прошлом году тоже, ну, в этом году вообще... Еще лучше. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Но мы пойдем знакомиться еще с разными винами. Со временем люди, приезжающие сюда на этот фестиваль, если они не приезжают с самого утра, как положено, в 11 часов, а если приезжают чуть позже, то все равно, напробовавшись, надегустировавшись, познакомившись или встретившись своих друзей, рано или поздно люди приходят в то самое состояние, ради которого и изобретено было вино. Фестиваль вина не только вино, не только вкусная еда, но еще и встреча друзей, знакомых, родственников и разных других людей, которые здесь оказываются и участвуют в этом фестивале. Это моя студентка. Грузинка, которая родилась в Петербурге, прожила, по крайней мере, до того, как переехала в Грузию, сколько, 2 года назад? Год. Как грузинка ощущает Грузию, грузинка, родившаяся в Петербурге? У меня нет никаких абсолютно отчуждений от Грузии, потому что Грузия – это моя страна, моя родина, поэтому я чувствую себя здесь дома. Хорошо, Тамрико, культура питья? Ну, я в данном случае не хочу говорить о том, что в России как-то по-другому относится к тому, что такое вино. В Грузии вот для тебя что такое вино? Вино – это искусство, которое дано, наверное, не каждому народу. Искусство? Искусство, да. Потому что произвести это вино, уметь пить это вино, чтобы это было красиво, достойно, на высочайшем уровне. Наверное, в Грузии это умеют делать. То есть искусство не только делать, но и пить? Конечно. Но самое главное, что вино не только способствует встрече, разговору, но самое главное способствует тому, что люди начинают петь. На самом деле, когда речь идет о грузинском вине, то россияне или люди, живущие за пределами Грузии, знают, ну, некое количество сортов вина. Те, которые привозили в магазины, и те, которые стали таким грузинским брендом. Но на самом деле в Грузии есть огромное количество других сортов вина, которые и производили, и которые сейчас восстанавливают в Грузии. И очень редкое вино, которое мы сейчас посмотрим, познакомимся с тем, кто производит это вино. Пато Шарашенидзе, который живет в Личкуме. Да. Что за вино вы делаете? Это вино называется Усахелаури. Если его перевести на русском, можно сказать, как безымянное, так сказать. Безымянное? Да, безымянное. Почему? Без имени. Почему появилось такое название? Я вообще не знаю. Это очень давняя история, может быть. Они говорят, что вот вино было такое хорошее, такое отличное, что даже имя не назвали, имени не могли назвать.
Так скажите, что... пожалуйста, что для вас значит этот фестиваль? Ведь, в принципе, это такая выставка достижения виноделия Грузии. А сколько вы производите и возможно ли это где-то продавать? Мы вообще уже его продаем. Мы начнем с последнего вопроса. Мы только в Грузии его продаем, потому что количество у нас очень малое, потому что сам виноград выращивается в очень малых количествах. Это выращивается только в одном деревне, в Личхуми, Цагерский район, Укуреши, село Укуреши. Только на одном склоне это виноградник растет. И вот поэтому мы разливаем где-то до 2000 бутылков в год. Mm-hmm. И мы его продаем только на грузинском рынке, так можно сказать. Это значит, что это очень дорогое вино, если 2000 бутылок? Вино, да. К сожалению, вино очень дорогое, потому что выращивать его очень трудно. Пата, я хочу вам задать такой, может быть, необычный вопрос. Когда каждый винодел предлагает вино потенциальному покупателю, он должен что-то сказать. Mm-hmm. Вот что вы можете сказать о своем вине? Я вообще могу сказать очень много, но основное, что я могу сказать, вообще вино по характеру полусладкое. У вина есть характер? По характеру, да, по-моему, у него есть характер. И знаете что, у него есть одно особый такой характер, еще особенный характер. У него вот бахус очень приятный, вот когда пьешь от этого вина, становишься на очень оптимистическом... Значит, процесс опьянения бахус, да. И тогда вы начинаете понимать смысл этого вина. Да, вино вообще это бесконечная философия, но у этого какой-то оптимистический какой-то характер. Становится человек оптимистическим, все смотрит красиво. Особенно вот у этого вина есть такой характер. Спасибо большое, Пата. Спасибо. Мы обязательно приедем в ваш виноградник. Спасибо. Спасибо. Здесь довольно много людей из разных стран. Мы видели людей, говорящих на разных языках. Но всегда очень интересно увидеть россиян, которые приезжают. Ну, наверное, и те, кто приезжает не в первый раз и приезжает для того, чтобы еще раз увидеть Грузию. Скажите, пожалуйста, вот вы приезжаете сюда, возвращаетесь в Новороссийск. Вы же разговариваете со своими друзьями, да, соседями? Да, все интересуются. Расспрашивают о Грузии? Все интересуются, много интересуются. Это что значит, что какие-то социологические исследования о том, что Грузия опасная страна, и периодически российские чиновники говорят о том, что не надо ехать, потому что здесь живут какие-то злые люди. Люди, тем не менее, сами относятся к этому лучше? Ну, сами люди, да, потому что даже я всем говорю, что если кто не верит тому, что я рассказываю о Грузии, пусть едут в Грузию, узнают. Значит, приезжаешь в Грузию, сразу первое то, что на нашей границе стоишь 55 минут, а на нашей 3. А на вашей стоишь максимум 5 минут. Да. Значит, въезжаешь в Грузию, и все это грузинская кастомс, таможня, это иммигрейшн, говорят, добро пожаловать в Грузию. Уезжаешь, когда из Грузии выезжаешь, они говорят, как вам понравилось, приезжайте еще. Отношение людей изумительное. И все говорят, я тогда как-то боялся ездить еще, ну, когда бы война это была дурацкая, никому не нужная, ни вам, ни нам. Я приехал сюда, думал, что-то будет какое-то. Нет, отношение к русским очень хорошее. И все говорят, не мы с вами войну начали, мы с вами братья. Я говорю, Грузия это до того прекрасная, изумительная страна, до того... Прекраснейшие отношения со всеми людьми. На дороге какая прекрасная полиция. Это я всем говорю, в Фейсбуке пишу, еще где-то бросаю, что полиция, разница полиция. Только название сейчас одинаковое, полиция и полиция. Но какая громадная большая разница между нашей русской полицией и вашей. Да. Нам бы поучиться. Спасибо большое. Всему поучиться. Спасибо большое. Мы заканчиваем свою передачу до того, как закончится фестиваль.
еще до позднего вечера, до заката. Люди будут здесь. Они повстречают своих друзей, своих родственников. Они перепробуют вино. Они определят, какое вино им больше всего понравилось. И что они будут пить в следующем году.